Видео представлено сайтом onlinegdz.net, номер 1104, алгебра Макарыча, 7 класс. Ослица и мул шли вместе, нагруженные равными по весу мешками. Ослица жаловалась на тяжесть ноши. «Что ты там жалуешься?» – сказал мул. «Если ты дашь мне твой мешок, моя ноша станет вдвое больше твоей. А если я тебе дам один мешок, то наши грузы сравняются. Сколько мешков нес каждый?» Итак, обозначим количество мешков у ослицы Y, а у мула X. Тогда, согласно условию задачи, Y равняется 2 умноженное на X минус 1. Это когда это выполняется условие, что когда ослица даст мулу мешок. И X равняется Y минус 1. Это при условии, что когда мула даст ослице один мешок. Система уравнений примет вид. Y равняется 2x минус 2, открыли скобки. X равняется y минус 1. Систему решим методом подстановки. Подставим вместо x значение y минус 1. Уравнение первой системы примет вид. X равняется 2x минус 2 минус 2. X равняется 3. 3 мешка несла ослица, а 4 мешка нес мул. Ответ 3 и 4.